для встречи. Но история Алтайского края прочно связана с горнозаводским делом. Однако Акинфи Демидов заботился и о грамотности специалистов. Чтобы дать им современные знания, на Алтае начали формировать большую библиотеку, которая к концу 19 века насчитывала уже более 20 тысяч томов научной литературы. Среди них основательные наставления хирургии 1761 года. Первая книга по медицине на русском языке, с содержанием которой теперь можно ознакомиться. Это ценный во всех смыслах экземпляр, спас жизни многим людям. А увидеть его можно в любой день до 12 декабря в отделе редких книг Краевой научной библиотеки вместе с другими старинными книгами выставки «Книжное наследие алтайских инженеров». Совсем скоро станет известно имя «Жемчужины Сибири». В данные минуты на сцене молодежного театра финал конкурса красоты и талантов. Визитка, танцевальный выход в купальниках, интеллектуальный конкурс и дефиле в вечерних платьях. Всего участвуют 20 девушек из разных городов не только Сибири, но и России. В Барнаул приехали красотки из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Чебоксар и Перми. В одном из ближайших выпусков мы познакомим вас с «Жемчужиной Сибири». Елена Кузовкина, информационный канал «Город».